представьтесь. Ну, можно, да? Назовите сегодняшнее число. Фамилия, имя. Представьтесь, пожалуйста, и назовите сегодняшнее число. Так, Трунов. Иван Иванович. 26 мая. 26 мая. 1911. 26 мая. 2011 год. Мая 2011 года. Полное имя. Спасибо. Кузьмин. Значит, первый вопрос. Александр Михайлович. А было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Что, что? Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Нет? Хорошо. А что вы думали о войне в Испании, столкновении с Японией на Харинголе, начало Второй мировой в Европе? Ну что, плохо очень. Было ли у вас ощущение кровопролития? Чего хорошего? А что вы думали о действиях советского правительства на международной арене и внутри страны накануне войны? Ну, нормально. Понятно. А как вы узнали о начале войны? Как вы узнали о начале войны? Как узнал? Да. Объявили, как по трансляции. Это примерно не в Москве, а в Владимирской области я жил. Вот. Понятно. А какова была ваша реакция и реакция ваших близких? Войны? Война, что ли? Да. Ужасно страшная вещь. И брат погиб у меня, и отец на войне был, и последний год я был, в 44-м году призван. Профессиональных училищ. Да. А слышали вы речь Иосифа Сталина 3 июля 1941 года? Да, слышал. А и какое говорит, впечатление что, они произвели на вас тогда? Вообще, вы знаете, еще мне было 14, сколько мне было? 15 лет? Ремесленные. Еще не совсем мы недопонимали, и что такое. Ну, вообще-то ужасно. А в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Не, мне... Я был призван уже в конце войны, я был противовоздушной обороны. А какая минута, день или события были самыми трудными или самыми тяжелыми во время войны? Самые трудные? Да. Да все эти 4 года трудные были. А какое событие вот, вам запомнилось как радостное? Ехал по учебе. День Победы. А молодежь? Ясно. Конец войны. Они ехали на фронт. Ну, мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Ну, а что для фронтовиков было источником мужества? Что-что? А что было для фронтовиков, источником мужества? Музыка? Мужество для фронтовиков. Ну, А можете ли вы рассказать о подвиге, которому были свидетелем? Я не был напротив. А имеете ли вы какие-нибудь награды или заслуги? Ну, я какие награды? За участие в Великой Отечественной войне был. Ну, это все. Так мне в бою не приходилось. Потому что призван был в 44-м году. Мне было... 17 лет призывали нас. Ну, война, слава богу, раньше кончилась. Понятно. Не пришлось. В горячих цехах так. А как воспринималось то, что в начале войны Красной армии пришлось отступать? Были ли сомнения в победе? Почему это я всегда как-то, что Сталин говорил, как говорится, враг будет разбит, победа будет за нами. Отлично, спасибо. Мы верили, ему верили. Замечательно. Мы ему верили. А как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? Ну как, печально, конечно. Понятно. Ну, а пока из печки, там, минут 15. Расскажите о своих командирах. Кто из них больше всего вам запомнился и чем? Ну, Жуков, ну, все маршалы, которые непосредственно. А кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Жуков, Василевский, Жуков.
вся работа была. А изменилась ли ваша оценка сейчас? Если пахать, то сейчас. Не пойму. Потом проходишь, рядом река. Понятно. А каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина? Как вы к нему относились? К кому? К Сталину. К Сталину. Мы ему верили всегда. Не надеялись. Понятно. И он это свою веру вам искупил. Приближался. А случалось ли взаимонепонимание, конфликты на национальной почве среди фронтовиков? Нехорошо, конечно. Ну и нас надо давать вам убежище. Верили вы в Бога до войны? В Бога? Да, неохотно. А потом ближе. Бога, после... надеялись на Бога, конечно. Понятно. Конечно. И сейчас надеемся. Понятно. А повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом? Ребята, мы собрались. А я даже не могу объяснить. Ну, ладно. А как удавалось вам не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину? Дисциплина? Да. Во время войны? Да, как вам удавалось поддерживать, не падать духом? Не падать в веру, в надежде, в победе. Понятно. Ну, тут команда спасайся, значит, может. А что запомнилось? Сейчас. Сухой балка такая. Как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? А там никакой ямки, я не был в этих городах освобожденных. Я в Москве. И служил здесь. Легли там и смотрим на самолеты. А ваше отношение к немецким солдатам? Какими вы их видели и как воспринимали? Скажите, а вот... Они тоже такие же. Солдат какого, да? Вам объявили о начале войны? Я немножко с немцами работал. Или же... По ремонту автомашин. Вообще очень они дисциплинированные. Очень дисциплинированные. Исполнительные, аккуратные. Даже можно аккуратнее, чем мы. А приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах, о других предателях каких-то? Приходилось слышать. А каково ваше отношение было к ним? И отношение ваших товарищей? Как вы к ним относились? К немцам-то? Да. Ну, как относились? Немцы тоже были разные народы. Если хороший был. Вот которые, как гестапы, вот это, да, это издевались. А так немцы, они что ж, живые люди. Да. Не жители. А сталкивались вы со случаями дезертирства? А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Я не пойму. Ну хорошо, дайте следующий. Идем весь день. Сейчас. Приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками? Не приходилось. Нет. А как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую представлял штрафбат? Вину? Да. Честно, искупить свою вину, честно. В труде, в работе. А расскажите, пожалуйста, о бытовых трудностях на фронте. Ну, трудности были везде, конечно. А как вы их преодолевали? И пошли дальше. Силы воли набирали. К концу, понятно. Верили. Победе, вере, надежде. А в какое время года было труднее всего воевать? Ну, сырая земля. Труднее? Да. В какое время года? 42-й. И вот 42-й. Я лег. Понятно. Легли, значит, там. Значит, а как вы оцениваете нашу боевую технику? А потом... наша техника хорошая, конечно, но сравнить нельзя с другим странам сравнивать, конечно. А какое ваше личное оружие, чем оно было для вас на фронте? Ну, у нас какое оружие? У нас была зенитная артиллерия. На крыше стояли против воздушного оборудования, против налета немецких самолетов. Понятно. А как...
Но их не было уже. Да, город Орла. В 1944 году немцы уже за Смоленском. То есть поезда идут. А как вы отдыхали на войне в часы затишья? Как вы отдыхали на войне в часы затишья? Не пойму, что это. А вот как вы на войне отдыхали, когда было спокойно? На какую-то площадку. Отдыхали, как придется. Свободные. Где приляжешь, там отдыхаешь. Понятно. А приходилось ли вам слышать выступления артистов, концерты фронтовых бригад? Я остановился. Нет, не приходилось. Нет. Курс, значит, а была ли любовь на войне? Расскажите, пожалуйста. А? Была ли любовь на войне? Расскажите. Чу-чу. Была ли любовь на войне? Нет, не было. Не было? Нет. Мы 17-летние были ребята. Так. Не до этого. Как бы где прилечь, оторваться. Когда вы узнали о войне. Понятно. Да? А когда? И откуда вы писали домой? И что сообщали родным о себе? Ну как, все нормально. А откуда вы писали? Честно не говорили, не расстраивали родителей. Понятно. То есть мать. Отец тоже воевал. А мать, конечно. Понятно. А когда и какие весточки вы получали известия из дома? Из дома, как они живут, как. А были ли вы ранены? Нет. Нет. Были ли вы в плену или в оккупации? Нет. Нет. Как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Ну как относились? Смотря при какой обстановке попали в плен. А были ли среди таких раненых ваши знакомые? Были, да. Были? Что вы знали о союзниках СССР? Ну, знали, как обычно. Понятно. А насколько ощущали на фронте их помощь? Убили там все. Ладно. Значит, а какой помощи вы ждали от союзников? Помощь большая. Слышали речь Молотова 22 июня и в технике, и в питании. Вот. И где это, одевали, и обувь поступала, и шинеля, и Англия, особенно Америка. Америка, Англия. Вот эти два государства. А где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? С радостью. С радостью. А где? Ну, в этой, как говорим, в казарме. В казарме, понятно. А что объявили около 5 часов утра. Конечно, рады были. А что вы чувствовали во время этих моментов? А что вы чувствовали во время этого момента? Моменты? Ну, его взяли. Моменты радость. Слава Богу, хоть мирное время. А какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет? Отношения между людьми. Какой фильм? Какой фильм? Да. Передает как бы войну. Да, два солдата, два бойца. Их разные. Понятно. А произведение какого писателя наиболее правдиво отображает войну? Писатель? Да. Вот, есть. Всякое есть. Не могу писать. Ну ладно. А какой вы посоветуете прочитать книгу молодежи? Молодежи? Да. История Великой Отечественной войны. Спасибо. А как вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией? Выгоняйте. С Японии? Да. Ну, конечно. Как объяснить? Ну, выгнали там. Как когда с Японией война началась, да? Да. Ну, такой договор был с Америкой. Понятно. А принимали ли вы участие в войне с Японией? Нет. Нет? А что вам бы еще хотелось добавить к моим вопросам и к вашим рассказам? Может быть, что-нибудь добавите? Ну, потом, те, которые у нас лошади стояли. Ну, или что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Чтобы быть преданным родине своей, любить ее надо.
Это самое основное. Понятно. Спасибо вам огромное.